Украину ждут большие изменения. В каждом регионе появится муниципальная милиция, власть будет определяться на местах, а не присылаться из Киева, областные администрации вообще ликвидируют. Все это заложено в проекте изменений в Конституцию, подготовленном правительством. Как будут взаимодействовать государства и регионы, обсудили вместе с губернаторами на всеукраинском селекторе. Большинство полномочий, в том числе и финансовых, будут переданы из центра на места. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Владимир Гройсман. На местах будет оставаться и большая часть налогов, а госбюджет, в свою очередь, будет обязан направлять деньги на финансирование защищенных статей. Что в Конституции не изменится, отметил вице-премьер, так это форма государственного устройства Украины. Она останется унитарной. Мова про федералізацію йти не повинна, оскільки вона має зовсім інший сенс і для інших країн і територій. Ми пропонуємо децентралізацію влади, саме розширення можливості і збільшення ресурсів громад, як я сказав, села, селища, міста. Якщо говорити про федералізацію, є ризик централізації влади на рівні регіону, і це очевидно. Свои предложения высказали руководители регионов. Председатель Запорожской областной администрации Валерий Баранов предложил сделать своеобразную ревизию большинства структур и ликвидировать те, что дублируют функции других. Также предлагает кадровое назначение согласовать с общественностью. Нам уже начали присылать без согласования удивительных людей. Например, на начальника налоговой, человека, который ни дня не работал в налоговой. Вчера он опозорился перед общественностью, такого же прислали по земельному управлению и по юстиции. То есть наплевательское отношение, я считаю, что нужно закрепить. Без согласования с громадой таких кадров нам не нужно. Мы их не примем, и нужно это записать в наши нормативные документы. Концепцию изменений в Конституцию теперь будут обсуждать на местах. До конца года планируется принять необходимые законы и осенью 2015-го провести выборы уже по новой системе.